1 марта состоялось открытие 10-го этапа проекта главы округа Андрея Иванова «Эстафеты. Салют Победе». Маршрут стартовал от Дома офицеров Воденцова. Участники посетили мемориал «Стеллу», «Москва. Город-герой» и отправились в Музей Победы на Поклонной горе. Старт эстафеты был ознаменован передачей символов акции «Знамени Победы», медали за оборону Москвы и шапки-ушанки начальнику тероправления Заречья.